Здрасте, я поймал, ребята, я поймал! Вот это большой корабль. Красивый лайнер. Называется Манда Силан. Но мы на нем не поедем. Мы сегодня поедем. Позовите, как можно пойти. Будем рыбачить. Надеюсь, что поймаем. Буду давать вам краткий отчет о нашей поездке. Ну, там все было успешно. Мы в том, что мы поймали поле во имя Иисуса Христа. Все скажут. Амин. Улыбаемся, улыбаемся, это видео, улыбаемся, все нормально. Ну вы довольны? Кто будет чемпионом? Зачем ваша церковь это делает? Скажите мне два слова. Зачем вот вы пастор? Зачем вы это все арендовали, чтобы мужики? Зачем? Для того, первое, для того, чтобы мы общались, сближались. Я верю, что огромная сила, когда мужчины вместе, когда не только вместе рыбачат, но также вместе служат и кушают и общаются. Ага. Секунду. Ну что ж, у нас началась рыбалка. Успели мы отплыть, а первый у нас рыбак начал. Андрюха в прошлый раз тоже так. Что здесь плывет? Рядом с нами тут плывет тюлень. Его есть можно? Улыбайся, видео. Мой бородатый сын. Залез наверх, спускайся. Вот так вот. Он нам набирает наживку. Смотрите, вот здесь мы заплыли, вот здесь наживочка. И здесь у нас плавает наживка. Еще одна наживочка к нам идет. Котик. Идет отличная рыбалка, что-то серьезное. Он поймал уже штук 5. Эй, мы рыбачим. Вот у специалистов лучше получается, чем у нас. Ну, мы довольны, у нас хорошее настроение, рыбы, много всякой, но хочется большой, а большая это еще не больше. Красивый. Got big one, guys. Help, please. Coming. Кажется, я тоже поймал что-то. Давай. О, ес, хороший. О! Вау, найс. Мэн, все. Мегапиксель, все, есть в моем доме счастье. Я поймал, ребята, я поймал! Поехали домой.
Oh yeah. Wow, I got a big fish. Ура! Я доволен. Программу выполнил. Oh, nice one!